Уроженка Исельского района Алия Жанбутина никогда не сомневалась в выборе профессии. Медициной она заинтересовалась, когда была маленькой. Алия Жанбутина родилась 12 мая, в Международный день медсестры. Врачи нашли у нее порок сердца, поэтому в детстве и юности много времени проводила в больнице. Тогда я поняла, что нашла свое призвание. Училась я в первые 5 лет в Алмате, университет имени Асфендиарова. Интернатуру проходила я уже в Астане. И потом закончила... Ну, так как я поступала отсюда, мы распределялись, и я выбрала первую поликлинику города Петропавловск. Поэтому я работаю здесь уже 7 лет. Первый год работы Алия Жанбутина трудилась на позиции врача общей практики. Благодаря профессиональным навыкам уверенно двигалась по карьерной лестнице. В 2021 году медика назначили заместителем директора поликлиники. Алия Жанбутина продолжает принимать пациентов. Кроме того... В мои обязанности входит оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. У нас в ведении в поликлинике 3 учреждения. Это следственный изолятор, мужская и женская колония. В мою работу входит непосредственно обеспечение качественного оказания медицинской помощи, то есть контроль, аудит. Если поступают какие-либо жалобы от осужденных, мы разбираем, проводим заслушивание, выезжаем на личные приемы. Алия Жанбутина очень любит коллектив, в котором работает. Женщина воспитывает дочь и сына. Ровесница независимости считает, что долг каждого казахстанца – приносить пользу обществу. Дарья Пашманцева, Шерняз Иманов, МТРК.